Маленькие панды отметили китайский Новый год. Детеныши панд 31 января погуляли на первом в своей жизни утреннике в честь китайского Нового года. В Китае сотрудники Национального центра охраны и исследования гигантских панд Волонг устроили утренник для маленьких животных в честь китайского Нового года. Об этом говорится в сообщении Yahoo Singapore на странице в Facebook. Работники заповедника украсили одну из полян традиционными китайскими украшениями и перенесли туда медвежат. Мероприятие стало первым появлением 11-годовалых детенышей панд на публике. Напомним, ранее в китайском зоопарке показали двухмесячных панд. Кроме того, стало известно, что туристы больше не смогут фотографироваться с пандами в Китае. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.